Что вы считаете главное в женщине? Не хочу ответить на вопрос. Поедем в шаре на Воробьёвы. Что из меня перебрата? Он год поживет и разводится. Что там из меня? Гей? Гей. Я люблю гей. Типа, кто это? Кто? У вас очень-очень-очень вы прям в душу прям. Ну, мои все девочки, с которыми я встречаюсь, они прям все вас лайкают. Можем вам несколько вопросов задать? Куда я приехала? Я думаю, любой человек из любого уголка России узнает, что это Красная площадь. Вчера здесь был парад Победы. Красота. Ну и неизменный уже традиционный мой коллега, мой друг. Вот эта вот женщина. Блогер. Женщина-блогер и женщина-талант. Ага. А ты говоришь, людей нет. Посмотри. Да. Мы так, чтобы вы понимали, работает. Сегодня будем... У тебя новый какой-то этот объектив. Ну, он не такой делает жаба, жабий глаз. А, все, поняла. Что мы будем делать сегодня? Что мы будем делать сегодня? Мы будем общаться с народом, с людьми. Глаз народа. Глаз народа, да. Просто на лайт-режим. Ты опять повязалась. Яна. Как ты относишься к людям с нетрадиционной ориентацией? Крас. Серьезно? А если у тебя будет сын, и он придет и скажет, мама, что примешь? Конечно. Это же мой сын. Он уже будет Слушай, не сын. Он будет бидором, нет, чем наркоманом. Нет, подожди. Но он уже не сын, он уже как бы пол свой, как бы там уже... Нет, подожди. Если он придет и скажет, мама, я хочу поменять пол, это оно. Ян, его будет... Ладно. Да, похоже. Его будет... Жопу, мужик, ты это хочешь сказать? Да, или он его. Я его спрошу, кстати. Здравствуйте. Мы можем задать вам несколько вопросов для блога? Вы такая красивая. Пойдем. Это фиаско, братан. Сейчас начнется. Куда ты эту камеру уже? А, все. Придет вот это. Подожди, вот это. Сейчас вот смотри, вот девушки стоят. Здравствуйте. Мы можем вам задать пару вопросов? Я хочу спросить. Пока не за что вам. За что спасибо. И вам не за что, и нам не за что. Ян, что начинается отвержение. Началось. Понесло. Надо у японцев спрашивать, они, видимо. А вот смотри, какие колоритные. Нет, тут Яна будет отказ. Хорошо, если просто отказ. Одни японцы. Пожалуйста. Вообще в любовь. Я верю в любовь, конечно, как в химию. Как в физику, химию, геометрию, ровно так же. То есть, как бы она есть, но как бы... А первых вообще не веришь, ну? Ну, если он неудачник, страшный, потный, жирный, то он может соседку такую же жирную, неудачную, потную. Ну, в смысле, я... Нет, я в смысле никак сейчас не оскорбляю... Я сейчас никак не оскорбляю жирных людей, они такие же, как мы. Нет, подожди, верный мужик — это неудачник. Скорее всего, да, даже не неудачник, потому что я тебе говорю, неудачник, например, что значит неудачник, например, в колхозе, например, тракторист, он по нашим меркам вроде как неудачник, а там, может быть, он успешный человек, например, да? Да, мужиков мало. А мы идем, ну, я так понимаю, уже. Вот пойдем, тут бородач что-то идет. А ты все бородачи. Ну, такой бородач, поверь, необычный, в смысле, просто бороды забыл побрить. Простите, пожалуйста, можно вам задать несколько вопросов? Да. Спасибо. Скажите, пожалуйста, что главное в женщине? Глаза. Вот так без качества же глаза. Без всяких, да. Здравствуйте. Пару вопросов. А вы типа Сталин, да? В смысле, нет, типа? Мимино, Мимино. Вы нас не расстреляете? Родственник мой, Мимино. Давай. Как вы думаете, что самое главное в женщине? Сложный вопрос, да? Женщина. Сама женщина, да? Честолюбие. Честолюбие? Да. Это как расшифровывается ваша интерпретация? То, что девушка любит готовить, и она убирается, а мужчина должен делать в ответ поступки такие, как зарабатывать, допустим. Если это все есть, то семья очень крепкая и готовая. Не, наверное, умнее. Умная? Да, умная. А можно мы вам зададим несколько вопросов для видео? Давайте. Тут как раз у нас и мужчинам, и женщинам есть. Что вы считаете главное в женщине?
уехала от вас. Извините. Вы не хотите, а ваш муж, может, хотел. Вот так вот подкаблучники в России, мужчины. Мужчина, можно вам вес? Нет, ты понял? Мужчина. Что вы цените в женщине? Да, я не хочу отвечать на этот вопрос. Нет, Майлана просто поняла, что там... Здравствуйте. Можно вам задать несколько вопросов? Ну, я поняла, что вы опаздываете, поэтому со скоростью она так идет. Хотят, ну ладно, имеют право, да? Подожди, пойдем. Вот какая-то... Нет, это было мощно. Что? А мало? Да, что вы цените в женщине? Я не хочу отвечать. Нет, тебя, блядь, не спрашивали. Нет, даже не в этом дело. Вот видно, как женщины русские эксплуатируют мужчин, вообще просто их загнали под каблук. Ты, Ян, ты же не такая. Я... Что главное в мужчине, на ваш взгляд? Так, ну подождите, я тоже снимать буду. Все, тоже я могу вам вопрос задать, у нас и мужчинам, и женщинам. Давайте я встану, чтобы давайте. Было... Что главное в мужчине, на ваш взгляд? Порядочность. Ой, не сложно. Преданность, отвага. Ну, такие. Честность. Понятия не имею. Богатый или верный? Верный. Верный. А вы верите вообще в верных мужчин на всю жизнь в одной женщине? Таких мало, но верим. Верите, да? Верный. Верный. А вы верите в верных мужчин? Верю. Верный. А вы верите в верных мужчин? Да. На всю жизнь один? Да. Верный, конечно. Мы чуть заняты. 5 минут. Да. Для Первого канала вообще. Так верный или богатый? Верный, конечно. Конечно, верный. То есть, если он будет очень мало зарабатывать, но будет верный, будет нормально. Ну, а богатый, он будет вам богатый, а не верный. Ну и что? А вы верите в верных мужчин, что есть такие? Ну, думаю, да. Одна вот у него женщина на всю жизнь. Она, а вы в Инстаграме, да, наверное, сидите? Нет. Нет? А, все, хорошо. Все мужчины изменяют. Смотря какая женщина. То есть такие есть те, которые не изменяют? Есть такие, которые не изменяют. Всю жизнь, да? Да. Вы изменяете свою да. жизнь? А у вас есть женщина? Да. Она что-то посмотрит? Пусть. Она в курсе? Нет. Ну, будет в курсе? Возможно. Хорошо. Нет. Ваша девушка? Жена. Жена. Он лжет. Лжет, краснеет? Нет, он нет, понимаете, что нет. Нет. А сколько вы женаты? Полгода? Женаты. Месяц. Месяц. А встречались? Серьезно? А встречались? Встречались. Неделю я сделал предложение. Так, пока он точно вам верен, я вас уверяю. Но еще года полтора-два. Что ты прогнозируешь? Ну, это шутка. Она плохой полицейский, я хороший. Нет. Та же девушка? Да. Понял. Закрой уши, давай еще раз. Я не изменяю. Ну, вообще, кроме вас, все? Я не знаю. Большинство изменяет, к сожалению. Нет. Вы не изменяете? Ни разу не изменяли свою девушку? Так. Три брака я ни разу не изменял. Серьезно? А что изменять три брака? Он год поживет и разводится. Что там изменять? Вообще молодец. А можно вам парочку вопросов задать? Парочку вопросов. Она сказала, кто это? Кто это? Да. Это Иван Ургант. Это не люди. Мы никто. Мы никто. Просто. Нас нет. Типа... Кто это? Кто? У тебя есть Гуччи? У тебя есть Гуччи? Нет. Что вы более всего не выносите в людях? Лицемерие. Порочность. Да. Ложь. Ложь. Ложь, наверное. Честность. Как? Вот смотрите, все говорят честность, а вы сам честны? Достаточно. Вот, хорошо, у меня вопрос созрел непланово. А почему вы через неделю решили сделать? Что в ней было такого, чего не было? Она особенная. Ну что, это страх? Она честная. Она честная, так. И ты прям за неделю это понял? Ну, меньше даже. Даже меньше, но сразу видел, понял, что она честная. Тебе 19? 26. 26. А тебе? 25. Баба Ягодка опять. А ты тоже через неделю поняла, что это твой человек? Не знаю, я долго не могла понять. До сих пор не понимаю, да, походу. Посмотри, идет какой. Танцует, прям лезгинку на ходу идет и танцует. Здравствуйте. Можем вам несколько вопросов задать? Да мы не из криминальной России, боже мой. Что такое, я не могу понять.
Может, его ищет полиция, а мы тут, знаешь. Как вы относитесь к людям с нетрадиционной ориентацией? Нейтрально. Что есть, что нет, все равно, да? Абсолютно. Ну, как бы они есть, пусть живут не на показ. То есть, чтобы не выставляли свои отношения, да? Нейтрально? Негативно. Ну, вы прям вообще вот убрать или пускай живут, ну, так тихонечко живут где-то. Живут отдельно. На другом материке, желательно, на седьмом. Положительно. То есть, пускай будет, все нормально, да? Ну, есть и есть. В принципе, мне спокойно, как бы. Я поняла. Да. Я, например, не очень. Ну, вы как бы хотели, чтобы вообще их не было, уничтожить, убрать, или просто пускай живут тихонечко, чтобы их не видели, не знали и не... Я считаю, что все во власти Бога. Я не Бог, и я не судья. Отрицательно. Отрицательно? Конечно, это же болезнь. Ну, а что надо с ними делать? Убирать их с или пусть ними? Пускай живут? Чего? Ну, пусть живут. Просто а если у вас есть дети? Почти. А если вот ваш сын или дочь там скажет, папа? Не скажет, надо же воспитывать нормально. А вы говорите болезнь. Вот как болит? Человек раком заболевает. Ну, это же не физическая болезнь, а психологическая. Да, вы думаете? А если рождается уже такое? Ну, бывает. Такого не может быть. Вы думаете, да? Да, можно вам пару вопросов задать? Меня из России. А откуда вы? Ну, мы посмотри, как по-русски хорошо разговариваем. У нас вопросы жизненные. Что главное в женщине, ребят? Что главное, что? Женщине. Вумен. О, красивая девочка, красивая. Красивая, да? Велица. Вы предпочитаете стройных или мощных? Мощных? Нет. Ну, женщина little. Of course. Все мужчины изменяют? Все men and lot women. Like. Мой английский превосходит. Perfecto. Perfecto. You like lots of women or one? Only one. Lots. Как вы относитесь к людям нетрадиционной ориентации? Гей. Гей? Гей. Я люблю гей. Yes? Нет, акуже не гей. Нет, не гей. You gay? Нет проблем. Нет проблем с гей. No problem. Thank you very much. Школьную программу им задавать. Вот это уже нормально. Рубрика «Училка». Несколько вопросов о школьной программе. Кто написал «Всадник без головы»? Пушкин. Всадника не помню. Гоголь. Всадник без головы. Пушкин. Гоголь. Ой, не помню. Угу. Сколько материков? 7. 6. 3, 4, 5, 6. Да. 7. Называйте 7-й. Как в смысле? Ну вот все 7 назовите. А, ну да, будет меньше. Южная, Северная, Евразия и Австралия. А еще? Африка. О, а еще? И а пингвинов забыли? Да, Южный полюс. Много. На каком мы живем? На хорошем. Называйте, и будет проще. Северная, Южная. А, Северная, Южная, Западная. Так, понятно. Вот Настя, Юра. Да я-то здесь при чем? Все, Настя не при чем. Настя вышла замуж, и вообще все равно. Южная Америка, Северная Америка, Евразия, Африка, Австралия и Антарктида. Будь проклят город с огромной толпой. Северная Южная Америка, Африка, наш большой Евразия. Евразия. Австралия. Молодец. Австралия и Англия. Англия? Англия. Антарктида. Англия, покажи ее, прошу тебя. Англия, как отдельный материк. 9,8. 72. Что вы, я не знаю. 56. 9 на 8, да? 72. 48. Ой. Таблица умножения, ну, ребят. 8, 64, 8. 9 на 8, 72. Третий президент Российской Федерации. Так, давайте сначала. Ельцин. Путин, Медведев, Путин. Ну, не знаю, как тогда... Ну, Медведев. 9,8. Да? Что еще раз? 9,8. 72. Какая по счету от Солнца Земля? Третья. Да. Благодарю вас.
Спасибо. Это все? Спасибо. А я вас знаю. Меня? По-моему, я вас где-то видел. Я на МКР, стихи. Это вы стихи? Выдающиеся, да. Целую тебе руку, вставать на колено. У вас очень-очень-очень вы прям в душу прям. Ну, мои все девочки, с которыми я встречаюсь, они прям все вас лайкают. Ты, а ну-ка, да, я это снимать буду. Вы скажите, что она крутая, да? Потрясающе, просто нереально. Она очень крутая, правда.